Тишина в суде. Не каждый день мэра судим. Почему господин мэр избил своего охранника? Городской администрации было одобрено проведение чемпионата по рукопашному бою, в которых господин мэр одержал заслуженную победу. А-а-а! Да он выстрелил ему прямо в ногу! Правильно! Потому что в 2 часа 30 минут как раз начался чемпионат по стрельбе в ногу. Дизель-шоу. П'ятниця, 21:20, ICTV.